Прививаться? Я плохо разбираюсь в медицине. Я, знаете, последую совета нашего президента, я не прививаюсь. А вам как вы хотите. Тут полная свобода воли. Полная свобода воли. Хотите, прививайтесь. Хотите, не прививайтесь. Но это ваш выбор. Навязывать свое мнение мне не очень-то хочется. Для себя я тоже решил, что мне это не надо. Я думаю, что болезнь не случайное явление, и смерть, она тоже не случайное явление. Я думаю, что вся жизнь и моя, и ваша в руках Божьих. И как бы мы ни прививались, что бы мы с вами ни делали, лишние минуты мы с вами на этой земле не проживем. Это вот мне так кажется. Ну и это не просто кажется, я это вижу. Вот казалось бы, человеку жить да жить, да, а раз и нету. Казалось бы, человек уже покойник, уже его пора хранить, а он живет и живет, и живет, и живет. И не умирает. А уже людям надоело, понимаете. Ну так, ну не то, что надоело, но понимаете, когда человек вот в таком состоянии, ну это надо служить человеку, ну хорошо послужить там месяц, там год. Но когда это затягивается на годы, это очень серьезное испытание. Но это испытание, и в этом испытании те люди, которые ухаживают, они тоже меняются. Вот в чем дело. То есть все взаимосвязано.